Здравствуйте, граждане. Я президент Российской Федерации, господин Путин. Я вам приказываю немедленно найти Маркуса, Губенко и Лагутенко. Я тоже приказываю. Быстро найдите этих мальчиков. Ну, граждане, вы меня поняли? Начинайте, нажимайте на push button и вперед! А, не надо меня искать! Никто тебя не ищет, Сашко. Почему ты плачешь? А вот мне удалили все игры, интернет отключили. Я теперь не могу смотреть видео Маркуса. А мне они так нравились. Ну ничего, ничего. Будь хорошим, мама включит обратно интернет тебе. Ты еще не подписался на канал Маркуса? Тогда день прожил зря. Ой-ой-ой, не надо так делать. Вот. Like to subscribe. Все, давай. Link to my channel and subscribe. Быстро нажимай, Паш, и начинай. Пуш, а не Паш. Так, нажимаем push button. Поехали. О, привет, девочки. Вы видели мальчиков? Какая ура? Какой спа? Маркус, Лагутенко, Губенко. Ура, ура, уронили мишку на пол. Какой мишка? Оторвали мишке лапу. У вас все в порядке с головой, девочки, а? Потому что он хороший. Везите к ветеринару своего мишку. О, какие поросеночки! Мальчиков ищу. Привет, молния. Ты видел мальчиков? Куда же ты? Куда же ты? Ну погоди, ну. Так и не рассказал. Так, раз, два, три. Маркус, появись! Нет. Плохая книжка. Маркус не появился. Оп, Салли, привет. Может, ты видела мальчиков? Не заходили к тебе в гости, в гостиницу? Салли. Салли, куда же ты? Куда же ты? Ну, подожди, ну. О, свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Где Маркус, Лагутенко и Губенко прячутся? Лагутенко и Губенко живут в России, а вот Маркус сидит за тобой на кресле. Спасибо, зеркальце. Зеркальце! Ну все, я тебя утилизирую. Пока, зеркало. Где мальчики? Где мой поросеночек? Какие поросеночки? Это мальчики! Сама ты свинья! Не хочу! Не буду! Не буду обманывать ребятей! Ты что, с никаким фунтиком я не знаком? Какой фунтик? Заяц, ты что, опять издеваться начал? Я только что начал искать мальчиков, нашел на след, а ты смеешься? Ну все, достал ты меня уже, заяц. Пока, заяц. О, такси, такси, вези, вези, меня вези, куда вези. Не надо мне пить. Какой пить? Видишь, тебя уже сигналят. Давай дорогу. Раз не можешь ничего рассказать интересного. О, спросим-ка мы бульдозериста. Бульдозерист, ты видел мальчиков?
Ну погоди, не заводи свою шарманку. Ну куда же ты? Ну, ладно. О, букварь мультяшек нам поможет найти и Губенко. Герда. Какая Герда? Г, Губенко. И Лагутенко. Леопольд. Какой Леопольд? Лагутенко. И Маркуса. Мамонтенок. Опять мамонтенок. Ну сколько можно этого мамонтенка? Иди ищи свою маму, ясно? Не мешайся тут под ногами. О, азбука мультяшек. Ну вот эта азбука точно будет правильная. Г. Губенко. Г. Герда. Опять Герда. Тут. Г. Герда. И тут. Г. Герда. И тут Герда. А где Губенко? Эль. Леопольд. Что? И тут Леопольд. Леопольд. И тут Леопольд. А где Лагутенко? М. Мамонтенок. Что? Мама. Мамонтенок. И тут мамонтенок. И там мамонтенок. А где Маркус? Не, все, это неправильные азбуки какие-то. Неправильные азбуки вы. Нарисуй паруса на яхте. Какая яхта? Найди и обведи вагоны с песком у грузового поезда. Да, какой еще поезд? Посчитай и обведи все мешки с овощами. Мешки с мальчиками? Какие мешки с мальчиками? Кто их туда засунет? Ты еще не подписался? Тогда день прожит зря. Subscribe to Edgar Silence. Субскрайб. Слышали? Субскрайб. А ты слышал, Леопольд? Тихо! Тихо! А ты, Леопольд, слышал? Какие пески? Я уже сказал. Ни в каких мешках мальчики не живут. Так. Ну, Леопольд, видел мальчиков? Последний раз спрашиваю. Куда? А ну, возвратись. Да, дружно, я понимаю. А скажешь, где мальчики, будем жить дружно. Заяц! Опять ты! Все, давай, волк, пошел, почесал. Ну, погоди. Пока, заяц! Что за безобразие? Мы же опоздаем на станцию. Да, 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 все, 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 уже ищем, все, все, все. Совсем скоро найдем мы их. Золушка, красавица, ты видела красивых мальчиков Губенко, Лагутенко и Маркуса? Куда же ты, Золушка? Золушка, подожди! А, ужас! О, Том, а ты, может, видел мальчиков? Что у тебя за звуки там в животе? Что? Что? Ты съел мальчиков? А-а-а! Шейка, давай, давай разберись с Томом. Давай разберись с Томом. Нет, он не боится тебя. Ага, ну тогда мы на него пустим лису. Все, пока, Том. Ага. Тихо! О, привет, Маша! Может, ты видела мальчиков? Я считаю до 5, не могу до 10. Раз, два, три, 4, 5, я иду искать. Давай вместе поищем и найдем Маркуса. Так и нет, это не Маркус, это не Лагутенко, это не даже не Губенко, это... Ивангай! Мы нашли Ивангая! Вот так! Нет, 10 миллионов подписчиков! 10 миллионов подписчиков! Ха-ха! И ты тоже! Ты еще не подписался? Тогда день прожит зря!